Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет серия точечных резных светильников от производителя SLV. Это коллекция Cadux. Здесь производитель предлагает светильники на 1, 2 и 3 лампы. И цвет может быть белый, серый, это алюминий, и черный. Рассмотрим мы данную модель на 2 лампы. Это цвет белый матовый, светильник полностью металлический. Лампы у него поворотные, поворот у них может быть в двух плоскостях. То есть и в эту сторону поворачивается, и в эту тоже. Лампы в комплекте не идут. Использовать можно как галоген, так и LED светодиодные лампы. Патрон GU10, он будет в комплекте, в данном случае их два. Патрон из керамики, максимально допустимая мощность потребления лампы 50 Вт. Если вам необходимо рассчитать количество таких светильников на определенную площадь помещения, то можно рассчитывать один такой светильник для освещения площади 4 квадратных метра. Это если вы используете лампу, которая выдает 50 Вт. Так как светильник у нас врезной, для его установки в потолке нужно будет делать отверстие. В данном случае оно прямоугольной формы. Размером должно быть 14 на 8 сантиметров. И учитывайте глубину посадки данного светильника. Здесь она 12,7 сантиметров, чтобы пространство между вашим основным потолком и подвесным или натяжным было не менее 13 сантиметров. Крепится он на потолке с помощью монтажных лапок, их здесь 4, то есть все лапки мы поднимаем вверх, заводим светильник в отверстие и опускаем. Светильник установлен. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!